Всем привет, дорогие зрители. Приехал я сегодня в гости и заставил хозяина продать его квартиру. Видовая квартира смотрит на крепость Алании. О, какая красивая. Извиняюсь, что поздно вечером снимаю. Вид на горы, горы не видны. Вид на соседнее здание. Огромная территория, район Тосмур. Квартирка под ключ. Три больших бассейна. Территория с большими водопадами. Вот это первый бассейн. Там большие водопады. Вы мою руку не видите, потому что темновато. Там бассейн с горками. Постараюсь и днем снять. Если хозяин квартиры отрезвеет, думаю, что он передумает продавать. Так что сейчас покупайте. Вид на луну, вид на облако. Огромная территория, теннисный корт, фитнес, сауна, айдат 160 лир на данный момент. Год постройки 2009 год. Очень большой балкон. Так, не буду вас снимать. Так, большой балкон. Ну, тут тоже покажу, все в порядке. Смотри, продам. Хорошо? Ну, 200 тысяч евро, да? Плюс-минус. Обижаюсь. 210? 205. 205. 205 тысяч евро стоит эта квартирка. 2 плюс 1. 105 квадратных метров жилая площадь. Сколько было? 110. 110 квадратных метров чистая с балконом вместе. Вот такая огромная квартира. Телевизор новенький. Сам заказывал для них. Смотри, продаем. Завтра больше мне вопросов не задавай. Уже клиенты звонят. Так, дорогие зрители, звоните. Квартирка очень хорошая. Пол с подогревом. Пол с подогревом, да. Напомнил мне один друг. Вот, подогрев пола. Так, гостиная очень большая. Тут у нас один лифт. Продается с книжками. Так. Квартиру продаю. Так. Ну, мы так уже обсудили. Уже поздно. Так, здесь один санузел. Первый санузел. Вот. Кондиционер старенький, нужно поменять. Почему он кондиционер не поменял? Здесь кто-то есть. Это первая спальня. Первый с вами. Кто хочет позвать меня в гости, зовите, сразу могу продать вашу квартиру, если желаете. Огромный балкон тоже второй, большой. Вот такой вид, вид на море, вид на соседнее здание. Пока что я вам ничего не могу показать, потому что темно. Сегодня уже ночью я должен продать эту квартиру, а то вдруг хозяин передумает. Вид на горы, там тоже вид на горы. Темно. Темновато. Отсюда вид на крепость Алании. Кто хочет, отправлю потом фотки. Я сейчас открою. Да, открыли? Да. Давайте. Это дядя Ахар. А, дядя. Не-не-не, я еще ролик снимаю. Почему это горит? Так. Здесь у нас второй санузел. Вытяжка тоже есть. И вторая спальня большая. Отсюда вид также. Куда вид? А, вид в сторону Кестеля. Там море видно. Итак, дорогие зрители. Звоните, пишите по номеру. Тут 90-555-064-91-10. Продается квартирка, очень хорошая. На 9-м этаже. 3 бассейна, ухоженный сад, несколько беседок, 3 генератора. Рядом есть инфраструктура, там магазины, сеть магазинов, 101, ШОК, парки, чистый воздух. Расстояние отсюда до моря
950 метров максимум. Песчано-пляж района Тосмо. Все, всем пока-пока, я пошел кушать дальше.